Давай, наверное, брат. Давай, полетим нахуй. Вот, на дороге одна. Спасибо. Кто по кому лупить начал? Наши смены начали или они? Не знаю. Пошли зрелищ. А здесь кого-то ранило? Да. Здесь девушки торговали цветами. Отца подаляешься. Сейчас уже жизнью. Если это не показывать, затерять весь город. Это самое главное. Фашистов, чертовой матери, сколько же можно уже терпеть, блядь? Вы извините. Молодые, а можете сеточки поднять вот эти, поставить, пожалуйста? Вот эти две сетки уволились. Вот этот самый подъезд, пожалуйста. Я вон сюда на дорогу выведу, не надо. Убирай. Прибежала к сестру с внучкой найти, пока не нашла. Телефон не отвечает. Я надеюсь, что они живы. Я могу сказать домой, пошли. Я хочу обратиться к ООН. Я сколько они молчат. Когда у нас был Майдан, они все время вмешивались. Сколько вы будете закрывать глаза на то, что здесь происходит? Это геноцид против собственного народа. Что вы делаете? Они расстреливают нас, мирных обычных людей. Посмотрите, они бомбят. Целые кварталы, в которых мы просто живем с детьми. Они бьют по школам, по детским садам. С кем они воюют? С кем? Кому они что хотят? Какую власть им еще нужна? Они ее уже взяли военным путем. Так сколько можно? Оставьте нас в покое. Мы больше не относимся к вам. Вы фашисты! Вы нацисты! Вы убиваете собственный народ! До каких пор? Сколько вы будете пить кровь с нашего народа? Уходите вон! Вы просто нелюди! У вас нет ничего человеческого! Если вы смеете бомбить посредь бела дня школы и мирное население, погибают ни в чем не повинные люди, только потому что они не хотят жить. По вашим правилам, по вашим нацистским правилам, мы не хотим больше видеть вас, мы не хотим слышать, уходите с нашей земли, вы враги, вон отсюда, фашисты, будьте вы прокляты. Скажи, эсэсовцы. Да нет, наверное, уже что разобрали. Я же есть подвалить дети? Да. Подвалить дети есть? Нет. Нет, уже забрали. Уже забрали. Это бабанка, она разрывавшаяся. Вот посмотрите, дверь какая, потому что это осколки. И вот туда попала, вот смотрите. Вот туда в крышу попала эта штука, которая летела. Это мина. Мина это, скорее всего. А вы в этот момент были в здании? Конечно. Ну, честно говоря, был в подвале. То есть вы помогали эвакуировать детей вниз, да? Ну да, все. Вы уже нашли какие-то осколки, да? А вот они. И должен быть выпускной вечер. Актовый зал подготовили к выпускному вечеру. Только его помыли и закрыли на ключ. Тут это случилось. Я так понимаю, что большинство школьников остаются в городе, да? Конечно, конечно. А куда же? Значит...